друзья, номер, который мы сейчас покажем, импровизационный, готовься, ты актер, все, самый сильный. Да, ты, надо подготовиться. Да. Будем сейчас вот просто импровизировать с тобой. Вот да. Что хочешь. Играем роли. Ты играешь самого себя. Номер называется «Фанат случайно просочился в гримерку Quest Pistols». Ваши аплодисменты, пожалуйста. Ё-моё! Блин, это ж ты, ёлки, Бампер! Ну, Бампер, ты-то! Ну! Алло, куда ты? Ну, стой! Ну, ты ж Бампер! Мы ж вместе с тобой! Ну, с одного города! Ну, помнишь меня? Ну, ну, мы ж вместе, ну, это, лазили на все девятиэтажки и срали с крыши, помнишь? Да, и целовались потом еще, помнишь? Это любовь у нас была, посрал и поцеловался, ё-моё. Помнишь? Как вы там? Вы там, я видел, Москву, тоже на девятиэтажке, да, все? Чё, ты не моешь, что? Ну, как дела у тебя? Ну, как ты вообще? Ну, ты помнишь, вспомнил меня? Ну, ты что-то помнишь, курил, и батя тебя... Не целовал, не. Батя тебя словил, еще сигаретами накормил, помнишь? Как ты вообще? Хаваешь еще сигареты? Две в день? Да. Блин! В чем дело? Что такое? В чем дело? Стойте, ну подождите, это ж мой, это ж Бампер! Кто я такой, это гримерка? Друг его! Кто это такой? Я друг! Какой друг? Какой друг? Это друг твой или кто? Детстве, помнишь? Друг? Ты, стой, ну бобра, помнишь? Видишь бобра? Какого бобра? Блин, а меня попустило, я не вижу уже. Какого бобра? Так, ты, кто он такой? Он бобра, он все время бобра что видел. Что за человек? Ты чего пустил его сюда? Кто он такой? Ну это ж, ну ему же единственному на школе. Друг твой? В школе наняли ему репетитора по трудам единственного. Это он? Да. Так, по секунду. Так, кто вы такой? Секунду. Кто вы ему? Да я друг, я кореш. Ну помнишь? А, точно, что? Друг, да. Точно. Да, да. Его фотографию у тебя в бумажнике я видел, да. Ты по ночам открываешь поезды. Я... Слушай, так ну что, друг? Да мы с детства, мы вот, ну, пацаны, прикиньте, мы, ну, пошли в аптеку, ну, малышня, презервативы нам не продавали, ну, не продали. А Бампер говорит, да ладно, давайте вот эти вот обложки от тетрадок наматывали. Ты серьезно? Да. А потом еще такой говорит, не-не, пацаны, болезни всяких можно набрать, давайте потолще обложки с книжкой коричневые, знаете. А потом говорит, прикиньте, у меня рифленый получился, вот география написана. Так. Вот. Так, все. Это жопа. Поздоровались, все, пошел, давай, все. Стой, блин. Сейчас, да я что пришел-то, возьмите меня в группу, я тоже это... и танцую, и петь не умею. Ну, это ко мне. Спасибо. О, Костыль, это ты! Девятиэтажки, так, помнишь? Все, Костыль! Охереть! Так что ты там? Что, ну группу возьмите меня. Ну смотри, поначалу тяжело будет. Подожди, да я поговорю сначала. Смотри, значит. Поначалу как бы половина гонорара. Так. Ну, то есть 50 гривен, так что больше не дадим. Ты... Ну хорошо, если это квест. Ну все, ты в группу, как зовут тебя? Гуимплен. Гуимплен, это Бампер, все, будет. Давай, все, поехали, давай. В газетку, да. Сейчас не будет никаких песен, да, Саша все правильно сказал, будет просто текст под музыку. Дядя Юра, готов? Ваши аплодисменты, поехали! Рубрика «Красная книга». Рассказываем о редких и исчезающих явлениях. Сегодня я расскажу вам про студенческое общежитие. Кто не жил в общежитии, тому вообще рассказывать глупо. Кто-то отдал этому месту свои лучшие годы, а кто-то провожал девушку в общагу и отдал этому месту два передних зуба. В общаге своя арифметика. В трехместных комнатах живут семеро, в двухместных трое, в одноместных живут коменданты и их семьи, а узбеки в комнатах без места, без обоев. Я лично жил в студенческом общежитии. Нас в комнате было 6 мужиков. Мне до сих пор грязные носки в кошмарах снятся. Вот, между прочим, у нас был один мобильный телефон на всех, и по средам была моя очередь понтоваться. В общаге есть строгие правила, и технику безопасности соблюдают строго. Вообще, во всех общежитиях СНГ единственный разрешенный нагревательный предмет – это водка. Вот, в общаге, кстати, если хочешь есть, то у тебя, ну, есть вообще два варианта. Пожалуй, первый – это пожарить себе жареную картошку, ну и второй – это украсть картошку, которую кто-то уже пожарил. Это нормально, да. Доказано, друзья, доказано, что у человека, который долго жил в общежитии, желудок может переварить алюминий. Вот я не был избалован, я не знаю, что такое маслины, зато я умею готовить 70 блюд из мивины.
Если ты идешь в общагу к девушке, то вахтерша пропускает тебя за бутылку пива. А если дать вахтерше две бутылки, то тебя обслужат прямо на вахте и уйдешь счастливым. Кстати, студенческое общежитие отличается от публичного дома, потому что там деньги не ходят, там хватает коробки конфеток. И, между прочим, в студенческом общежитии нет беспорядочных связей. Ты просто по порядку трахаешь всех своих соседок. Вот. Кстати, в общаге есть три категории жильцов. Первые – те, которым родители передали из деревни что-то поесть. Вторые – те, у которых есть нечего. И третьи – те, у которых что-то есть. Вот из общаги ходить на пары на 8 утра – это просто невозможно. Я знаю, если ты, ну ты только из клуба пришел к 5. И вообще есть такие студенты, которых преподаватели только через сайт ВКонтакте могут найти. Но я таких не знаю. Друзья, напоследок. В студенческом общежитии есть своя философия. Все мы здесь временно, и только тараканы – постоянные жители. В следующий раз мы с Юрой расскажем о том, как в одной общаге таракан стал комендантом общежития. Спасибо большое. Проект «Красная книга». В нашей стране все смотрят кино, но никто не читает книги. Потому что вокруг полно роликов, которые рекламируют фильмы, и ни одного рекламного ролика, который рекламирует книги. Итак, теперь мы предлагаем в кинотеатрах будут крутить ролики к книгам. Итак, первый ролик. Ваши аплодисменты. Дрянь, что? Скотина, перестань. Опять нажрался, что? Да, посмотри на себя, что? Ты не человек вообще, что это такое, кто ты такой, кто ты вообще, не знаю, кто? Айзек Азимов, я робот. Продолжаем. Ну это, я держал флаг там, так. На Майдане, так. 2 недели махал, все там, угу. Митинг, все за партию, как-то что... Ну как-то я махал же флагом, ну, что? Я ну, при чем-то, что? Ну дайте денег каких-то, что? Слушайте, ребята, какие деньги? Идите в жопу. Виктор Гюго, отверженная. Ныряем. Следующее. Так, сюда иди. Иди сюда, я сказал. Сделай мне, нарисуй рисунок на рисование. Курс. Рисуй рисунок мне, удава рисуй. Рисуй удава. Что это за удава? Это шляпа какая-то. Рисуй удава мне. Вот так, все, я сейчас буду плакать, тебе влетит, ты понял? Все, ты ответишь, ты приручил меня. Ты ответишь, тебе влетит, ты ответишь, все. Сент-Экзюпери, маленький принц. Девушка, 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 что такое, девушка? Что, в чем дело? Жена, уберите руки. Что с вами? Что с вами? Что такое? В чем дело? Что? Я жду его. Да что вы тут делаете? Вы тут холодно, вы пьяные и голые сидите. Он меня заберет. Да кто вас заберет? Что вы с собой сделали? Все, у вас татуировка на всю спину. Что это такое? Это бригантина. Какая бригантина? Пойдемте. Мужик, пойдем. Надо проблемы или что? Да пойдемте, все. Он приплывет за мной. Да его забрали в наркодиспансер, ты накуренная. Ты че? Александр Грин, «Алые паруса». Так, Леонид Данилович, значит, вот тут особнячок у вас, да? Вот там пляжик такой, там маленькая пристань, можно яхточку, можно порыбачить. Вот там, значит, дом для гостей, 7 этажей, вот все, тут маленький лесок. Вот, ну, в принципе, вот так все. Ну, як то кажуть, море, воздух, все добре. Читайте, Хемингуэй, «Старик и море». Уходи. Теперь можно, что я сделал? Что я сделал? Боже, что, куда деваться? Руки в крови! Убил бабушку! Нет, да. Не надо! Убил! Теперь буду во всех снах тебе являться! Не надо, пожалуйста! Да! Студент! Сейчас бабушка тебе покажет! В чем дело? Алло! Да, бабушка, алло! Этого не было в книге! Секунду! Смотрите на DVD! Достоевский, преступление и наказание. Следующий ролик книги ужасов. Чуковский тараканище. Последний. Ну давай. Значит, смотрите.
Здесь тут все четко, все правильно, все расписано. Если так, то так. Если так, то так. Все по закону, все нормально. Не, ну тут все понятно. Все, ну только понимаете, вот. А если и не так. Не, все вот так вот прописано, все четко, все вот так и так. Не, ну если мне надо будет вот так. Деньги есть? Ну деньги есть. Ну все, сделаем поправочку и все. Читайте, бестселлер этого года — Конституция Украины. Огромное спасибо, Андрей Молочный и Антон Лирник. До этого не чекало.